приветствую. Запись боя 2 на 2. Играем с Трефом против Миксера с Олегом на карте Oculus. Снова у нас здесь будет морское противостояние. Всех четырех игроков сразу будут идти в море, две верфи. Посмотрим, что из этого выйдет. Собираем ящики по стандарту, все. Выходим две верфи, собираем, пытаемся ящики. Как обычно собрали, вполне себе неплохо, поэтому вполне себе пойдет. Добавимся сразу до аллигаторов, производство начинаем с одной верфи. Апаем вторую, сразу достраиваем снабжение, будем апаться в четвертый штаб. Выстраивать здесь блокаду, такую большую линию аллигаторов. При этом идентично будет также проделывать торпедную установку. Он здесь поставил для оборонки. Разведка противников. Синий игрок уже производит молотов, уже готовится апать, делает дезерсов. И также застраивается торпедными установками. Продолжаем производство. Уже собралось достаточно большое количество аллигаторов. У противников также линии викингов здесь, все 4 игрока выходят. Поэтому будет огромное противостояние морское. Четвертый штаб. На все крыло будем заполнять сейчас аллигаторами. Синий игрок следует. Здесь мы краем кайманов увидели, что зеленый игрок выдвинулся всей толпой к синему игроку, и они собираются вдвоем прожать трефа. Хитрый план у них такой задуман. Что же нужно будет делать трефу? Ему нужно будет сдержать этот натиск двух игроков. В это время зеленый игрок ослабит свою оборону. Здесь не будет викингов, будет только три торпедные установки. И в этот момент будет самый хороший и удачный момент, чтобы напасть. Вот они прожимают вдвоем. Огромное количество викингов. Я также, не теряя времени, выдвигаюсь в атаку. Здесь пока нет викингов, можно будет прожимать. Часть викингов он уже все-таки отводит, ослабляет атаку на желтого игрока. Не хочет он потерять свою базу, естественно. Достраивать здесь треф торпедной установки сейчас для обороны, потому что уже видно, что огромные потери аллигатора, численное превосходство викингов, и уже потихонечку они прожимают. Зеленый игрок вернул часть викингов из обороны базы, но у нас пока что есть численное превосходство. Пытаемся здесь пока держать оборону. Разведали базу, видим, что здесь ничего толком нету, кроме верхей. 8 центров снабжения играет зеленый игрок, у нас очень даже интересно. Держат пока что здесь торпедные установки. Не смогли они продавить, так как зеленый игрок отступил, дабы не потерять свою базу. У нас же здесь есть 5 аллигаторов, которые бьют викингов, которые только-только выходят с базы. Желтого игрока обкоцали, но он уже восстанавливается. Поэтому вполне себе сейчас может выйти и Гахан потихонечку. Так как тут морская ситуация накаляется, синий игрок уже выходит в Зевс и щит, а наш игрок будет выходить в Гахан, чтобы отбиваться. Не получается здесь пока что поражать зеленого игрока, так как видно, дотека не идет. Синий игрок ему сейчас будет помогать еще. Торпедные установки вот он уже достраивает снова. Вот снова много аллигаторов, викингов здесь. Аллигаторы все потеряны уже. Выдвигается желтый игрок на помощь. Достраивает две торпедные установки для обороны базы, чтобы викинги не прорвались так просто. И продолжаем производство аллигаторов. Морское сражение еще не закончено, нужно будет продолжать. Отдавать море нельзя. Ну, здесь я решил два завода кречетов выйти, чтобы выбить верфи или торпедные установки. Да и в целом поддержка с воздуха будет очень даже ценной. Здесь мы видим, что синий игрок снова собирает здесь стену викингов. Видим здесь
Да, конечно, броня. Снова разведка молотом идет. Так, останавливаю производство пока что аллигаторов. Достраиваю торпедные установки и сейчас буду вовсю производить кречетов. Сейчас желтый игрок будет разведывать. И здесь мы видим огромное количество зевсов. Зевсоград, щиты. Синий игрок готовится двигаться в атаку здесь. 6 торпедных установок. Пробить крайне тяжело. Очень-очень бронированно. Такие дела. Так, сейчас будем делать еще дуалов потихонечку. Зеленый игрок также здесь зевсов строит. Вертексов будет пытаться делать. Делаем оборону, стационарные пушки, грены, все это мясо. Новая атака зеленого игрока. Торпедки позади стреляют, авики держат оборону. Желтый игрок, нет смысла нападать на синего, так как огромное количество торпедных установок, поэтому выдвигается ко мне на помощь. Отработали аллигаторы, можно переключаться на золотую оборону, чтобы отразить атаку соперника. Вполне себе неплохо получилось. И будем сейчас закатываться. Численное превосходство есть, контратака, множество аллигаторов. В целом неплохо справляется желтый игрок, в целом можно было бы и помочь ему увидеть 300 первой установки, но пока что я занят другими делами. Достраиваю здание, потихонечку производство идет. Здесь мы видим, синий игрок выдвигается уже в атаку. Приходится потихонечку отступать, потому что очень больно пробивают грады. Здесь мамонтов построил, чтобы доставала техника. Желтый игрок уже прожал. Поддержка авиации не получилась. Ну и синий игрок здесь сливается также. Заминировали все проходы. Вот здесь зеленый игрок пытался выйти в атаку. Долго он ехал, где-то застрял по дороге, в итоге минное поле, ему уже не поехали. Теряет он большую часть техники, сейчас еще будем помогать клетчатами добивать. Вот такой бой получился. Всем спасибо за просмотр, подписывайтесь на канал. No us.